Как будете голосовать 1 июля? Решили уже? Голосовать 1 июля? Да, конечно, будем. За, против? Да, за, конечно. А почему? Ну, потому что все, что не делается, все к лучшему, говорят. Давайте так, Конституция не должна меняться. Это права наши, защищенные, там, непонятно с каких веков. Да ну, возьмем 92-й год. Возьмите американскую конституцию, за все время существования в нее внесено сколько там? Ну, может, порядка 20 поправок. А в России каждый год ее меняют под себя. Я пойду, только там есть пункт такой по социальной защите. Вот и ради этого я пойду, потому что социальная защита нужна всем. Ну и в первую очередь мне. Да меня вообще не устраивает, что там влезут в конституцию и все это на фоне тут пандемии, всего остального и куча поправок одним пакетом. И, ну как-то, в общем против. Там порядка 80 их пунктов, к тому же невозможно их все всеми даже нормально ознакомиться. Я в целом против этой всей истории. Против? Против? Почему? Я, это мое личное дело, я не буду вам объяснять почему. Ну а какие поправки вас устраивают, не устраивают? Затрудняюсь ответить, но я считаю, что это какая-то профанация. Но мне вот Путин нравится все. Вот одним словом. Мужик есть мужик. Тяжело всем. Нам всем тяжело. Но потерпеть можно? Можно. Я вот только сейчас вот в больницу хожу, и в магазин, и аптека. Все. А какие поправки вы знаете? Какие у вас? Да нет, я поправки никакие. Я вот все с ним вообще согласна, со всем.